я же знаю, что ты мой. Не прячь улыбку в телефоне, не убегай от встречи вновь. Пойми, что я твоя. Приехал дедушка, да? Дедушка где был в гостях? Опять? На даче. Под Тверью. Да. Как у кого-то? У тети Лены и у бабушки Лиды. Тимофей. Вот Тимофею передали морковку. Да? Тетя Лёля тебе передала морковку. Вкусная морковка? Нет. Ты любишь морковку? Да, я передаю тете Лёле и тете Лене. Тете Лене? Передаю вам большой привет и передаю большое спасибо. Наш зайчик любит морковку. Да? Да, еще огурчики просто сладкие. Супер, да, огурчики? С огорода. Да, спасибо вам большое. А морковка вообще как леденец. Сладкая, класс. Да, и полезно. Вот так вот. Тимошка любит морковку. Спасибо вам большое. Да? Да. Мы вас любим, целуем, обнимаем. Да-да-да. Значит, мы едим Макдональдс. Нам папа привез, да? Да. Из Москвы. Тимоша сделал мне личный бутерброд. Смотрите. Значит, это чикен макнаггетс, огурчик, и сверху картошечка. Да, вот такой. Маленький такой. Бутербродик. Бутербродик, бутербродик. Бутербродик. Да. А закусывать мы будем все это вот тетя Лёлиными и Лениными огурцами. Вот так вот, смотрите. Вкуснота. Ну, пахнет. Вкусно. И то, и другое. И того, и другого. И можно без хлеба. Да. Приехали мы в Москву. Это входная дверь. Мы ее закрыли с Феей. Значит, что же меня тут ждет в коридоре? Полюбуйтесь, пожалуйста. В моем красивом коридоре, на моей красивой мебели, стоит вот это. Я приехала, у меня прям в зубу дыхание сперло. Да, у тебя тоже? Угу. Даже я не знаю, что сказать, Николай. Вот у нас есть балкон. Что, нельзя было на балкон? Грязищу эту. То есть так вокруг все чисто, так все аккуратно. Ну, коробки тоже кучу мне тут поставили с обувью. Ну, нафиг париться их убирать. В общем, что сказать, мамы не было дома. Ну, я не знаю. Сейчас я его буду оттарабанивать на балкон. И даже не надейся, дорогой Николай, что он будет стоять здесь, в моем коридоре. Как Тимофей будет приходить из школы, раздеваться? У нас тут специальная штука вот эта стоит, пуф такой специальный, на него можно присесть. А Тимофей тут садится, раздевается. Ну, в общем, я не знаю. Вот так вот мы приехали в Москву. Наконец-то я доехала. Фея рада, довольна. Да, и скулит все время моя котенька. Значит, бедный ребенок по имени Фея забыл свой дом. Он отвык. Скажи, я вообще не помню это место. Я у бабушки жила больше, чем здесь. В общем, отвыкла. Пошла все нюхать. Фея опасается. Пока с кровати обнюхивает все. Обнюхивает с кровати все достопримечательности нашей квартиры.
Нет, кнопочки тут не будет. Нет, кнопочка с бабушкой осталась. Давай. Значит, мы гуляем. Со мной Лена гуляет, но она очень стесняется. Я ей говорю, пошли со мной в кадр. Нет, она боится. Значит, мы вечером вышли гулять. Я уже приехала в Москву. Мы гуляем с феей. Вот так что мы тут развлекаемся. Народу мало, хорошо, кайфово. О, значит, мы пришли. Как это называется? Лофт? Ах, мы пришли в лофт, да. Ладно, модные слова какие-то. Мистер Кальян там. Значит, что-то озон. Я сюда, в эту часть, никогда не ходила. Вот меня Лена привела. Значит, тут прикольно, мне тут понравилось. Хорошо. Красиво. Красиво, да. Тут такое все выложено такой этой брусчаточкой, да? Как она называется? Это брусчатка или что? Да. В общем, какая-то такая, да, плиточка. Клево. Ну, а сбоку тут громила. Как это кажется? Да. Весь вид портит. В общем, тут такие вот домики прикольные. Не знаю, получится. Но если что, мы днем сходим, да, Лен, снимем? Конечно. Что нам стоит? В общем, тут клево. Тут всякие кафешки, всякие тут магазинчики, да? Да, меховые. В основном меховые. Феи, нам мех не нужен, правда? Свой. Есть свой. У нас есть свой мех со смехом. Такая гей-марена. Крутится такая надпись прикольная. Ежедневно, круглосуточно. Заходи. Значит, я нагулялась с Леной. Что-то мы очень долго сегодня гуляли. Вот. Ну, я, наверное, по Москве соскучилась. Ушли мы, значит, достаточно далеко. Сколько мы гуляли? По-моему, часа 3. Это просто вообще для меня это, в общем, с болтовнёй. Да, с нашей девчачьей болтовнёй мы ушли очень далеко. Значит, напоследок меня покусали мошки на даче. Посмотрите, у меня на лбу вот это меня покусали ножки. Ножки. Мошки меня покусали. Мошки с противными ножками. Мне что-то это вообще. И не проходят, причем эти точки противные. Противные подмосковные мошки. Значит, ой, ну я не знаю. Лена, мы так классно погуляли, так классно поболтали. Ой, давно что-то я не гуляла с подругами. Значит, девчонки, кто со мной дальше гулять? Ну, ты-то со мной всегда гулять, понятно? Ты со мной всегда гулять, да. Да, 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 да. Кто со мной гулять, пишите мне, звоните. Да, я уйду от всех гулять. С девчонками. Значит, ой, ну, не знаю, я соскучилась по Москве. Значит, все мне тут нравится, все красиво, все хорошо. В общем, что хочу сказать, смена обстановки – это тоже классная вещь. Значит, я мечтала, что я приеду, думаю, я ехала в такси, дорога очень, ну, достаточно длинная. Я очень устала, думаю, сейчас приеду прям звездой одна на кровати на двухспальной лягу. В общем, звездой мне лежать уже не хочется. Я устала, еще тут вещи поразбирала. Кое-какие. Завтра продолжу. В общем, звездатое настроение у меня прошло. Наверное, это после нашей прогулки. Вот. Так что в пятницу вечером на улице, вот, ну, народу очень мало. Чему я несказанно рада. Просто кайф. Погулять с подругой вдвоем вообще. Никто не нужен. С собакой вообще класс. И красота! Всем советую. Сейчас спать я буду, как убитая. Так что, в общем,
Думаю, до новых встреч. Смотрите нас дальше. Дальше будет всего много интересного. Значит, что еще? По поводу... было еще два родительских собрания. Значит, в онлайн-форме у нас через компьютер. Я присутствовала, значит, на собрании первого... простите, никак не могу перестроиться, да? Второго класса и, соответственно, 11 класса. Да, такой, знаете, разный формат собраний. Очень интересно. Так, я сделала свои выводы по этому поводу. Значит, кто как настроен из учителей. В общем, родители, конечно, все в шоке, потому что мы не знаем, что будет дальше. Кто-то возмущается по этому поводу, потому что... Фея, что ты делаешь? Ты меня толкаешь. Меня все... Что там? Что творишь? Ну что там? Она балуется. В общем, фея хулиганка. Мяу, она говорит. Это точно собака? Ты точно собака? Ты уверена? Ты уверена, что ты собака? Собака-то, ты уверена, что ты собака? Мяули, а не собака. Значит, я не знаю, значит, у Николай, значит, сейчас я не могу, умрёте. Значит, нам объявили, что в 11 классе у моего сына 42 ученика. 42 ученика. Я в ауте. Я валяюсь в ауте. Мама в шоке. Ну, ладно. Надеюсь, наш классный руководитель справится с 42, да еще в одном помещении. 42 здоровых лба. Господи. Ну, ладно. В общем, я не знаю. И вот это мне понравилась рекомендация. Желательно, но не обязательно ношение масок, да? И вот как же они будут маски носить, наши дети? Я вообще в шоке. Я считаю, лучше бы нас вообще посадили бы, детей бы посадили бы на карантин. Ну, по крайней мере, у кого есть возможность. Да, вот у меня, например, есть возможность ребенка не водить в школу. Вот, я не против. Я себе обязанностей никаких не снимаю. Может быть, мне было бы даже проще. Ну, с Николаем понятно, пусть он ходит, он уже большой, 17 лет человеку. Но вот с этими малявками, которые, я не знаю, дышат друг другу в лицо, я не знаю, смеются, у них там сопли слюни летят, в общем, я не знаю. Что-то как-то мне грустно после всех этих собраний стало. Не знаю. Сегодня настроение у меня, конечно. Что-то испортилось у меня. В общем, испортилось у меня после этих школьных собраний все настроение. Я до сих пор еще в себя прийти не могу. Ну вот с Леной погуляли мы хорошо. А ушли от этих мыслей плохих всех. В общем, ну надеюсь, что у нас все будет хорошо. Все у нас будет замечательно. А мы будем дальше радоваться жизни. Не будем вешать нос. Не вешать нос. Зойкиной квартире. Все. Ложусь спать. Я отъезжаю. Вам спокойной ночи. До новых встреч. Всех целую и обнимаю. Всем вновь пришедшим очень рада. Подписывайтесь, ставьте лайки. В общем, я всех люблю. Пока-пока. Но я же знаю, что ты мой. Не прячь улыбку в телефоне, не убегай от встречи вновь. Пойми, что я твоя.